Следующая новость заинтересует родителей маленьких детей. Растущую вместе с детьми одежду создал дизайнер из Лондона. Идею подсказали маленькие дети, которые взрослеют быстро и оставляют много вещей. А за принцип взял технику оригами. Трехлетняя мама носит вещи, которые увеличиваются в размере и всегда остаются ей впору. Она представляет линейку верхней одежды, на создание которой дизайнера вдохновила техника оригами. Коллекция получила название «Petit Pli», что в переводе с французского означает «маленькая складка». Выпускник Королевского колледжа искусств разработал ткань со множеством складок, благодаря которым она легко растягивается во всех направлениях. И в то же время она способна сжиматься до исходного размера. Маленькие складки предназначены для мальчиков и девочек в возрасте от 4 месяцев до 3 лет. Конструкция доказала свою надежность. Она легко выдерживает машинную стирку. Дизайнер работает над новыми размерами и новыми моделями. Он ищет партнеров, которые помогут вывести его творение на рынок. Она защищает от ветра, непроницаема для воды, отталкивает влагу. Ее лучшее свойство – способность подстраиваться под изменяющийся размер фигуры. Одежда из нее не бывает коротковата или длинновата. Она меняет форму даже тогда, когда ребенок двигается.